Самурай – противник в серии игр Painkiller. Описание. Внешне представляет собой накачанного воина с двумя саблями, которые можно соединить друг с другом рукоятками. Есть два вида – с саблями и катанами. Атакует как в рукопашную, просто пытаясь измельчить вас на фарш, так и на расстоянии, кидается или огненными шарами, или ледяными кристаллами.